А вообще, вот если бы сейчас предложили заняться чем-нибудь другим, более выгодным, более спокойным. Да я сам давно уже хочу какой-нибудь станок по дереву купить и заниматься столяркой. Просто люблю дерево вообще. В детстве много работал с деревом. И интересно было бы сделать какие-то штучки такие. Но часовню вашу мы уже видели с вашими обтесанными вот этими. Ну, это же это крест часовни, это веранда. Это просто... Кстати, тогда шел... Из того, что было, что называется. Тогда разговор шел о том, что строительство-то будет продолжаться, будет да. Строительство церкви. Да, а мы вот с весны-то там хотим. То есть уже фундамент закладывать, да. С местного рода определились. Я в городе Тольятти нашел проект. Случайно увидел церковь. Храм такой из бревна. И вернулся его. Нашли, короче, батюшку, нашли настоятеля, нашли проект. Нашли все. А строить кто будет? Опять те же мастера, что и часовню строили? Ну, я думаю, что два человека, мастеров именно, настоящих, думаю, что будут оттуда, потому что мы работаем, мы очень общаемся очень часто. Сейчас старший мастер на день рождения ко мне прилетит в Москву. Понятно. Хотя я мечтаю, честно говоря, 6-го сюда уже вернуться, прилететь.